Ранку, друзі, вже випили свою склянку кави, тож нумо перевдягайтеся у спортивну форму і давайте займатися спортом. Сьогодні будемо приводити тіло в тонус за допомогою йоги. В цьому нам допоможе тренер Дмитро Жук. Доброго ранку вам! Який комплекс вправ підготував для нас сьогодні? Доброе утро! Сьогодні ми з вами виконуємо легкий розміночний комплекс, який називається «Сурья Намаскар». Його можна виконувати по утрам, після сна, після стакана води. Сейчас я вам покажу, как это все дело выполняется, а потом вместе с Татьяной мы сделаем это вместе. Так, подходим, друзья, на передний край коврика, стопы ставим вместе, ладони собираем намасте перед грудью. Вытягиваемся за руками вверх, выполняем вдох, выдох, выполняем глубокий наклон к ногам. Вдох, левая нога назад, правую сгибаем в колени. Выдох, правая нога назад и руки сгибаем в локтях до прямого угла. Вдох, вверх. Выдох, собака мордой вниз, таз назад и вверх. Вдох, левая нога вперед на линию между ладоней. Выдох, приставляем правую, выполняем глубокий наклон к ногам. На вдохе за руками вытягиваемся вверх. Выдох, голова к коленям. Вдох, теперь правая нога назад, левая согнута. Выдох, левая назад, руки сгибаем в локтях до прямого угла. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз, таз назад и вверх. Вдох, правая нога вперед на линию между ладоней. Выдох, приставляем левую, выполняем глубокий наклон к ногам. Вдох, тянемся за руками вверх. Выдох. Ну а теперь, Татьяна, приглашаю вас на коврик. Будем выполнять вместе. Собирайте ладони намасте перед грудью, стопы поставьте вместе. Вытягиваемся за руками вверх. Выдох к ногам максимально глубоко. Правую сгибаем в колени до прямого угла. А правая нога согнута в колени. Отлично. Локти к ребрам, колени на пол. Вот, отлично. Вдох, собака мордой вверх. Грудная клетка вперед и вверх. Выдох, собака мордой вниз, таз назад и вверх. Вот тут немножко грудина идет к ногам. На вдохе. Левая нога вперед. На линию между ладоней. Еще. Стопу вперед. Приставляем правую ногу, за руками вытягиваемся вверх, выдох, ладони намасте перед грудью. Друзья, этот комплекс можно выполнять в любое время дня и ночи. Это разогревающий комплекс, можно использовать как перед тренировкой, так и заменять тренировочный процесс. Выполняйте этот комплекс парное количество раз. Что значит парное количество раз? На левую и на правую сторону – это один цикл. Дякуємо нашому тренеру з йоги Дмитру Жуку за таку вправу, за такий комплекс вправ. Я думаю, ви будете повторювати і будете завжди гарні.